На что были потрачены бюджетные деньги, много ли пользы они приносят жителям области? В понедельник Станислав Воскресенский решил проверить лично. Губернатор осмотрел новое оборудование, приобретенное для областной клинической больницы. Самые крупные покупки прошлого года – ангиограф и томограф. Такие достаточно крупные деньги по меркам нашей области консолидировали, направили на докупку оборудования для многих больниц. Напомню, около 1 000 000 000 рублей в прошлом году мы выделили по разным направлениям. Вот это оборудование поступает в область, и из чего мы исходили? Из спасения человеческой жизни, из-за того, чтобы людям было удобно. Вот ангиограф – это одно из таких оборудований. Почему важно было поставить ангиограф в областную больницу? Здесь есть уже один ангиограф, но он был настроен исключительно на экстренные операции. Поэтому плановые операции не проводились. Это, опять-таки, все влияло отрицательно на здоровье наших жителей. К операциям на новом ангиографе приступят в ближайшие дни. Томографов с декабря прошлого года тоже стало 2. Новый установлен рядом с приемным отделением и оперблоком. Например, можно экстренно просканировать пострадавшего в ДТП и быстро понять, где самая тяжелая травма. Мы на этом аппарате можем очень быстро проводить трехмерные сканирования, которые очень нужны хирургам, чтобы точно определить локализацию, оценить весь объект и принять решение, где же максимальные повреждения, чтобы правильно с чего начинать лечить. В дальнейшем, значит, еще что очень важное в этом аппарате. Этот аппарат позволяет снижать дозовую нагрузку, то есть это рентгеновское излучение. Особенно это важно для детей или для пациентов, которые с онкологией, которым требуется постоянный контроль. 2 томографа позволяют проводить необходимые исследования беспрерывно. И если вдруг один выйдет из строя, другой подстрахует. В этом году в рамках нацпроекта руководство учреждения намерено получить еще партию нового оборудования. Мы планируем впервые, наверное, опять же, то, что часто областная больница впервые поступает, это магнитно-резонансный томограф, минимум 1,5-тесловый, который будет работать в лечебном учреждении государственном, не коммерческом, а государственном, и на благо и во благо здоровья наших жителей. За прошлый и этот год в центральное медучреждение региона поступило 21 единица современного оборудования на сумму более 150 миллионов рублей. Средства выделил бюджет области и резервный фонд правительства Российской Федерации. Елена Белова, Михаил Кенгуров, РТВ Иваново.